А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Steel Arnie. Здесь вы сможете найти различные летсплеи по различным играм, такие как Assassin's Creed и многие другие. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры, где мы продолжаем играть на сервере. Что мы будем делать в этой серии, точнее, чем мы будем заниматься? Знаете что, мы, наверное, дальше потопаем. А куда мы потопаем? Мы потопаем на то место, где вроде вот тут. Да, вот тут. А мы дальше потопаем убивать монстров в саванне, потому что нам еще нужно 4... Нет, одна у нас есть, значит 3 кожи. Чтобы заспавнить тролля, нам еще нужно 3 кожи, ребята. Поэтому мы сейчас будем искать тех монстров, которых нам нужно убить, чтобы дропнуть с них кожу. Этих не нужно, этих мы просто так убиваем. И знаете, что мне сказали? Чтобы я лучше пошел убивать босса троллев после того, как мы апнем себе 30 уровень. То есть, как только у нас будет 30 уровень, лучше тогда идти и убивать босса троллей. Потому что после 30 уровня с босса троллей нам выпадет опыт, да? Можно и так сказать. Мы прокачаем еще дальше вот этот уровень. А если мы пойдем сейчас его убивать, то вроде как мне сказали, как я понял, опыт с него не выпадет. Что-то в этом роде. Ну, короче, как я понял, лучше идти его убивать с 30 уровня. Ну, смотрите, в чем прикол. Пока мы найдем вот этого босса, не босса, а пока мы будем убивать вот этих трех. Опа, видите, уже 16 уровень. Пока мы будем убивать вот этих трех монстров, да, и дропать с них 3 кожи, то мне кажется, за это время мы даже себе сможем прокачать нормально так уровень. Потому что, смотрите, у нас уже 16 уровень, хотя серия только началась, мы уже успели прокачать один уровень. И плюс к тому, мы еще даже не нашли ни одного того монстра, которого нам нужно убить. Я не говорю о том, что мы уже дропнули себе... О, вот, видите, вот, уже нашли. А я не говорю о том, что мы дропнули себе уже кожу. То есть, нам нужно 3 кожи, и у нас уже 16,5 уровень. У нас, конечно, вот эта бронька, офигеть, как быстро ломается. Алмазная бронька тут вообще самое дно. Ну, не то, что самое дно. Самое дно тут как бы обычные броньки, да, можно и так сказать. Это кто там? Да, в принципе, нужно всех убивать, потому что с них качается опыт. Почему их не убить, если с них можно дропать опыт, да? Так, у меня там не слишком громко. Вроде нормально. Поэтому, ребята, мне кажется, мы даже успеем прокачать до 30 уровня, и нам не нужно будет тянуть кота за причиндалы, да? Потому что если мы бы там дропнули уже 3, если бы мы дропнули уже 3 вот этих кожи, да, еще вот сейчас, то да, то много времени бы еще заняло, чтобы докачаться до 30 уровня, да? Так, смотрите, мы нашли только одного босса, которого нам нужно... одного монстра, которого нам нужно убить, с которого выпадает кожа, и то она с него не выпала. Ух, я не хочу этих убивать, они сумасшедшие идиоты. Но смотрите, у нас уже 17 уровень, можно сказать, практически. Да вашу, вы такие шустрые. Ребята, они меня так бесят, вы себе не представляете. Их нереально убить в какой-то степени. Не, ну как бы я их убил, да? Но все же... тяжело. Так, давайте поздороваемся. Так, дальше. Дальше, ребята, практически 17 уровень. Нам нужно... Мы сейчас несколько серий будем просто-напросто вот тут прокачиваться. Вот просто вот тут. Мне кажется, этих химер нужно убивать как можно больше, потому что с них вроде самый больший опыт идет. Вот, уже 17 уровень. Ребят, это будет быстро, мне кажется. И нам нужно тех... Я не знаю, как называется это химеры, да, а вот те я не знаю, как они называются. Не сейчас, не я не буду сейчас отвечать на вопросы. Так, ладно, а то сейчас буду сидеть, да, и не будем фармить, не будем ничего делать, я буду на вопросы отвечать. Так, это кто? Опа, а это вот этот чувак, у которого 150 жизней. Это что вообще за динозавр нафиг? Вот. 17 уровень. Как, где бы мне вот тех паскуд дойти? А то, знаете, мы за эту серию убили только одну штуку. Больше я их не вижу. Ну вот те, с которых кожа выпадает. Нам нужно еще 2 кожи, ребят. Еще 2 кожи. А там... Сейчас, секундочку. К
Как называется следующий босс, которого нам нужно убить? Мне вроде говорили там какой-то корс... Нет, тролль, вот тролль есть, а... Ко-ко-ко-ко-ко... Хакос... Нет, нет. Я не помню, как он называется. Я не помню, как он называется, но там вроде идет еще следующий босс, уже после тролля, да, то есть второй по счету. Я, если честно, мне вроде говорили, как он называется, но я забыл. Поэтому, ребят, не знаю. Ну, этих мы очень долго бьем, если честно, то есть их нужно нормально так долбить, чтобы убить. И они нас тоже так валят, можно сказать. Нужно вокруг них бегать, вот так. У нас меч, ну, 900... Короче, штукарь еще использование у нас остался. Ну, да что мне там спрашивали? То есть нам... я забыл, что я хотел сказать, потому что с этими вопросами нафиг... Не то, что с вопросами, Что я хотел спросить? о чем я хотел вообще говорить? А, где вот эти монстры, которых нам нужно убивать? То есть я их за эту серию, мы только одну штуку убили. Нам еще нафиг 3 кожи нужно, не забываем. Поэтому я уже думал, ага, то есть вот, начну вот эту серию, да, сейчас мы быстренько пойдем 3 кожи дропнем себе и сразу убьем босса, да. После этого я думал, знаете что, после этого я подумал, ага, ну раз нам нужно докачаться до 30 уровня, значит в этой серии мы босса еще не убьем, значит мы быстренько зайдем, дропнем вот эти все вещички и будем ждать, пока прокачаемся к 30 уровню. Ага. Мы за целую серию убили только одного вот того монстра, и то с него ничего не выпало, можно сказать. Так, там, ну вот это чудики, то есть с них круто, с них выпадает опыт, но они очень такие живучие. Вот, 150 жизней, то есть смотрите, мы его бьем по 20 урона. Его нужно дофига так раз ударить, чтобы убить, и с него толком ничего не выпадает. Химеры, о, вот он. О, выпала кожа, еще две штучки. Еще две штучки осталось. Химеры. Да, в принципе, всех подряд нужно убивать, еще 12 уровней осталось, можно так сказать. За эту серию сколько? Мы уже 3 уровня прокачали за эту серию. Если по 3, по 4 уровня за каждую серию, то через пару серий мы уже сможем прокачаться. Точнее, заспавнить босса. Идти на него... О, там трое таких, нифига себе. Убили, одного убили, я не знаю, что-то с него выпало или нет, я просто не смог посмотреть, потому что нас откинули. Во, еще одна кожа. Сколько у нас? 3 кожи. У нас 3 кожи, нет, с этого ничего не выпало. Может, с этого выпадет? Выпала кожа. Это как-то, в принципе, даже очень быстро, знаете, то есть, только что думал, что это будет очень много времени занимать, но, как вы видите, очень быстро вот это все выпало, и у нас уже есть 3 кожи, мы уже можем заспавнить тролля. Но, как я уже сказал, спавнить мы его не будем, нам в саванне нужно прокачаться до 30 уровня. Поэтому, ребята, ух, как громко нафиг. Это у меня только так громко было, или у всех, я не знаю. Если громко, я... А ну, сейчас, секундочку, ребята. Ну, давайте. Давайте, нам еще осталось 12 уровней. Даже, можно сказать, 11. Нам еще бы нужно было бы круто... Было бы круто, если бы мы чаровалку себе создали. А то это вообще, ребята, жесть. Я до сих пор еще дом даже не достроил. Какая нафиг чаровалка? А почему мы их сейчас так очень... Ребята, почему мы их так бы сильно начали бить? Наш урон ночью увеличивается. Вот смотрите, вот днем мы этих наносили и ум. Смотри, как мы их быстро убиваем. Что это за фигня? Ночью больше урон наносится, чем днем. То есть днем мы их убивали, мы их били по 20%, по 20 вот этого. Так, с этого ничего не выпало. Днем мы их били по 20 урона. Сейчас мы их бьем. Опа, что-то там выпало. Сейчас мы их бьем по практически... Нет, ну больше вроде в два раза нет, но намного больше урона. Что с них выпало? Ага. Ну, глина... Не скажу, что нам нужна глина. Нам нужно прокачаться. Если в этой серии мы прокачаемся до 22 уровня, это будет круто. Потому что в следующей серии мы прокачаемся... приблизительно, если в этой серии до 22 уровня, то в следующей серии где-то до... Хотя вряд ли до 22 мы сможем прокачаться. Ладно, посмотрим.
до 22-го, допустим, если в следующей серии до 27-го где-то. Может, через пару серий мы уже сможем заспамить босса. А как... Ну, потом я, наверное, спрошу, как называется босс. Может, мне утро сделать, потому что... Хотя, не знаю. Днем просто круто, потому что ты много урона наносишь, как я вот сейчас заметил. Днем много как-то ты урона наносишь. Но мобов как-то я вижу намного меньше, чем днем. То есть... Ну вот, там вот эта фигнюшка прыгает. 4 уровня за серию, ребята. 4 уровня за серию. Почти. Ладно, еще пока что не буду говорить, потому что 4 мы еще не докачали. Нужно, наверное, утро включить, потому что днем тут никто не спавнится. Я, наверное, утро все-таки включу. Потому что ночью, смотрите, ночью только ванильные мобы спавнятся. Спать, может, идем. Дрыхнуть. Спать. Или нет? Я в принципе просто включу, да и все. Зачем будем париться? Мне просто так проще, потому что сейчас еще и рестарт сервера будет. Нужно успеть хотя бы еще докачать 19 уровень. Вот прям такая, знаете, прокачка. Прокачка уровня. Ну что-то я вижу. А может. Сейчас. А может там просто перетепехаться? Вот домой мы пошли, да? Вот сейчас и обратно. Вот сюда, да? Да. Да, вот заспавнились. Вот заспавнились, ребят. Нужно все-таки, наверное, перетепехаться. А вот сейчас, смотрите, сейчас мы обратно им по 20 урона наносим. Я не знаю, ночью, наверное, урон больше становится. Так. Почти двадцатка. Так. Быстренько. После рестарта сервера еще хотя бы нужно успеть что-то сделать. Хотя бы до, точнее, до рестарта сервера нужно успеть что-то сделать. Ай. Я тебе не советую на убивать тролля, только что попробовать. Не спавни его где-то в пещере или дома. Я наоборот думал, что его в пещере нужно спавнить. Ну, если в одного не убивать, я не знаю. Почему в одного не убивать? Мне кажется, мы сможем в одного убить. То есть, если у него 200 жизней, то он не такой уж прям и суперский. Ага, я думаю, почему нам так много урона начали наносить? А у нас уже броньки все поломались нафиг. 20 уровень. 20. Так, а что? А одному что? Невозможно убить. Мне кажется, возможно, да если 200 урона, то, в принципе, в чем проблема? Так. Вот. Нужен норм лук, а лука у меня вообще нету. Можно. Ну, лука у меня вообще нету, я даже луком пока что не пользовался. Ребята, где можно нормальный лук достать? Кто знает? То есть, не обычный, а какой-то нормальный. Где его можно достать? Я не знаю. Ну, смотрите, за серию мы прокачали 5 уровней. Еще практически, ну, не скажу, что уже конец серии, но уже скоро, можно сказать. А если мы сможем, то до конца... Нет, это хрень. С них ничего не выпадает нам нужного. Даже опыт не качается. Можем помочь Рейс заставить ему... Я спросил, можно ли его самому убить. А не чтобы вы его за меня убили. Я не хочу, чтобы кто-то мне помогал. Я хочу в этом моде сам как-то попытаться развиться. То знаете, вот мне и дарили там подарки, пушки и всякие другие шмотки. Какой смысл, да? Как я вообще исследую тогда вот этот мир и вот этот мод, если за меня будут делать, да? Убивать монстров, дарить мне подарки, дарить мне пушки. Как я вообще тогда пойму, что и как тут? Но после 20 уровня я понимаю, что качаться все тяжелее и тяжелее, потому что опыт уже не так идет, как в предыдущих уровнях. Но все же, знаете, саванна это такое место, где, в принципе, все мобы спавнятся с двумя вот этими мечами, с которых падает опыт. То есть саванна это вроде единственное место. Ну, как бы в других биомах
такие места тоже присутствуют, но пойти в ту же пустыню. Там может 5 монстров всяких есть, и только с одного, с двух падает опыт. Так же, как в горах. А в саванне, смотрите, в саванне все. Химеры, вот те антилопы или что это такое, вот те не носороги, а вот... Ну, в которых на башке вот такая длинная фигня, да, с которых шерсть падала. Не шерсть, а кожа падала. Так. Мне кажется, опять нужно перетелепортироваться, потому что монстры опять пропали. Сколько там до рестарта осталось? 3 минуты. До рестарта 3 минуты. Ну, давайте еще домой тпхнемся быстренько. Вот так. И вот так. После рестарта, я не знаю, может мы еще посмотрим, попробуем что-то сделать. Ух. Сколько там серия? Ну, после рестарта, может, мы еще прокачаемся. Как я сказал на начале серии, прокачаться до 22 уровня за эту серию. Я постараюсь, честно, ребят, я постараюсь, но практически 21 уровень у нас уже есть. Ух, вот эти жердяи. Я почему жердяи? Потому что они и выглядят, как будто не знаю что. Да, и в принципе, они очень такие, 150 жизней, и мы их не очень так сильно бьем. А если бы у нас меч еще хуже был, то я вообще не знаю, как бы мы их убивали. Так, быстренько. 20, опа, опять вот эти. Что, сейчас только вот эти тут спавниться будут? Опа, на тебе. Еще один. О, смотри, сколько там еще заспавнится. Видите, на карте? Там еще есть нормально. Во, 21 уровень. Еще 9 уровней осталось. 6 уровней за одну... А, это наверху, да? Или это наверное, наоборот, в шахте. А хрен его знает. В следующей серии, если мы также прокачаем 6 уровней с этого момента, ну, в смысле, если сейчас мы остановимся, то если прокачаем 6 уровней так же, как в этой серии, то уже будет 27-й. Хотя это вряд ли будет, потому что чем дальше, тем уровни как бы сложнее прокачивается. Но все же, по чуть-чуть, может и когда-то и докачаемся, да? Так, идите сюда, ребятушечки. Во, мне кажется, знаете что? Что я вне серии буду прокачиваться. Вне серии я хотя бы прокачаю, знаете, там, ну, 2-3 уровня. Потому что вы видите, да, сейчас, что чем дальше, тем сложнее это все прокачивается. В принципе, логично, можно и так сказать. Потому что чем дальше, тем у тебя больше требуется опыта, можно и так сказать. Ну, больше я монстров не вижу. И, в принципе, сейчас рестарт сервера, поэтому давайте подождем. Ну, вот, ребята, я перезашел после рестарта. И очень круто, потому что у нас опять пропала карта. Как я понимаю, она пропадает тогда, когда происходит рестарт. Я не представляю, если честно, почему. Вот. После рестарта, как бы, я перезашел, да, на сервер, и пум, карта почему-то взяла и пропала. Я, если честно, не понимаю, почему она пропадает. Так, этого мы замочили, вот еще. Во, точно, ночь уже урон намного больше. Так, слушайте, ребята, так может нам тогда тролля ночью спавнить? Если урон ночью намного больше, так может тролля... Ух ты! Так может тролля нам ночью спавнить? Хм. А я даже как-то об этом не подумал, если честно. Наверное, мы его ночью будем спавнить. Так. Было бы круто, если бы что-то дропнулось, каких-то монстров, да? Но я, если честно, не знаю, вообще же дропается ли тут что-то с этих монстров. Ну, в смысле, какие-то там шмоточки, да? Ух ты. Напугал прям, да, очень. Самый опасный монстр, можно и так сказать. Я не знаю, честно, ребята, карты нету, это нужно полностью перезаходить, чтобы нафиг карта появилась. О, я там вижу, смотрите. Ух ты, нифига себе, зомбарь с этим. Они что, они атакуют вот эту? Они атакуют деревню, как я понимаю. Вот так. Вообще, ну что, реально очень как-то... С двух ударов мы их убиваем. А днем сколько нам нужно ударов, чтобы их убить? Офигеть, как много. О, вот там еще одни. Там еще. О! Ай-яй-яй-яй-яй. Как-то вас много, ребятушки. Стоять. Вот. Ух ты. Нет, это мы не то прокачали. Я думал, мы прокачали уровень, но мы не тот уровень прокачали. Ух ты, ни хрена себе.
Ой, я стукнул по башке случайно. Стукнул, называется. Там зомбари, да? Вот. Опа. Опа. Здрасте. Каково вы тут ждете? Мы пришли вас наведать, проведать. Так, тут никого нету в этой стороне, значит, побежали вот сюда. 22 уровень, в принципе, задание мы в какой-то степени выполнили, потому что я говорил, прокачать в этой серии хотя бы до 22 уровня, и мы так и сделали. Так, 22 уровень, нормально. Еще вот этих еще поубиваем, с этих, конечно, немного опыта падает, но все же нормально. С химеры много опыта вроде падает, давайте еще посмотрим. Ну, я не знаю, честно. Нужно еще остальных посмотреть, как с них падает. Потому что, знаете, я как-то не сравнивал. Но вроде с химеры так, в меру, можно и так сказать. Ух, больше я не вижу, никого не вижу. Значит, побежали мы обратно. Значит, бежим обратно. 22 уровень вне серии, если получится. Я прокачаюсь где-то к 25-м, хотя 25-м, не знаю, честно, 25-й это как-то много, но все же постараюсь. А в следующей серии мы уже прокачаемся к 30-му уровню, то есть мы постараемся прокачаться к 30-му уровню, и значит, если в следующей серии у нас уже будет 30-й, то мы будем спавнить босса в следующей серии, если вот так рассуждать. Дальше. Ну, с этих ничего не выпало, вы видели только монетки, а монетки... У нас уже столько монет, офигеть, что прям я уже не знаю, куда их девать. Потому что купить мы за них пока что ничего не можем, это, наверное, где-то в других мирах. Поэтому бесполезная фигня, можно и так сейчас выразиться. Ладно, я просто, знаете, вот так внимательно смотрю, чтобы не пропустить ни одного монстра, потому что на карте вы видите, что карты у нас просто-напросто нет, она куда-то пропала, как всегда. Карта, карта, карточка. Где ты? Нет, тут уже вряд ли кто-то будет, мне почему-то так кажется. То есть, нужно, наверное, просто-напросто перетипехаться. Перетипехаться нужно. Да вряд ли, ребята, тут уже что-то будет. Давайте просто-напросто будем домой возвращаться. Офигеть, это что там? Вот так. Тут никого? Никого. Еда тут. Что мы можем пожарить? О! Так, что еще мы можем пожарить? Да, в принципе, вроде ничего пока. Да, бронька у нас, конечно, уже вся поломалась. Нам, наверное, нужно в шахты пойти. Почему? А, потому что в шахтах выпадает... В шахтах есть монстры какие-то, да, войды, да, как они называются. Из этих войдов выпадает классная бронька. Классная бронька с них выпадает. Вот тут телепорт. Так, сейчас... Вот тут я где-то находил, как она называется, вот ту шахту, помните, в которой нам потребовалось две серии, чтобы ее пройти? Я находил вот ту шахту, и поэтому мы, может, еще туда попробуем пойти, потому что в той шахте много вот тех войдов спавнится, и мы сможем их убить, и, может, они дропнут нам даже какую-то шмоточку. Я помню, давайте вниз покопаемся, зачем? Потому что, у нас же карты нету. Если что, да, если что, в лаву упадем, сразу домой тпхаемся. Даже если умрем, то умрем во. То умрем возле дома. Так, что у нас тут есть? Йети нафиг. Йети. Так. Я ничего. Опа. Ух, это полезная вещь. Ребята, это прям, знаете. Так. Ну, тут ничего брать. Я хотел бы какие-то бы руды найти. А вот это мне нафиг не нужно. Ваши данжи, шманзы. Опа, вот тут есть какой-то спуск. Золото, железо. Даже если мы алмазы найдем, мне это нафиг не нужно. Вот где-то там лаву я слышу. Лимонайт. Я не знаю, честно. Он вроде не такой уж и редкий, поэтому если что, то... О, вот, нашли, нашли. Под собой копнули, нашли, да? Я не знаю, честно.
Ну что с него можно скрафтить? С него можно только вот эти инструменты скрафтить, которые у нас уже есть. Поэтому я даже его брать не буду. Так, это сюда. Какая-то странная немного шахта, как я понимаю. Ничего тут нету. О! Нифига себе, я копнул. Только по сути это нам тоже не нужно. Так, это выкинем. Вот. Это нам, в принципе, тоже не нужно. Мы с этой броньки... с броньки. Мы с этой руды можем создать меч, который у нас уже есть. Он, в принципе, на долгое использование, но у него очень маленький урон. И, в принципе, я не имею желания его использовать, потому что с маленьким уроном, ну, не очень. Так, ну ладно, там мы уже были, значит, давайте домой. А, уже и утро. Нормально. Значит, на этом мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свои какие-то предложения или напишите мне, пожалуйста, имя следующего босса, который будет после тролля. Мы как бы еще даже тролля не убили, но я уже хочу знать следующее имя. На этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, набираем 500 лайков. Сразу же выходит новая серия. Как обычно, ребята, все зависит от вас, когда она выйдет. Подписывайтесь на мой канал, то есть вступайте в нашу банду крутых перцев. Вы станете одним большим членом, офигеть, я всегда удивляюсь этой фразы, новым членом нашей банды. Опа, нифига себе, мы этих убивали. Поэтому, ребята, вступайте в нашу банду и также оставляйте свои комментарии, потому что я люблю, когда много комментариев, и я постараюсь прочитать каждый из них и также на каждый из них ответить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.